YouTube, не вайн. Вань, что там пердишь? Зачем ты меня снимаешь? Я так, знаешь, как испугалась. Блин, что это такое? Я не сделала. Ребята, всем привет! И вы на канале Анютка Малютка. Смотрите, что у меня тут есть. Тут всякие для пранков приколы из AliExpress. Сегодня я весь день буду устраивать над Машей пранки. Давно у нас пранков не было. Быстрее подписывайтесь, пока Маша не проснулась. А то она вот так... Вот это, что это за пакет? Это мне подарок! Сейчас, пока Маша спит, я вам объясню про первый пранк. Смотрите, какая у меня есть змея. Она такая реалистичная. Она вас ест, если вы не поставите лайк за 5 секунд. 1, 2, 3, 4, 5. Молодец, тебя не будет кусать. Сейчас мне надо зайти к Маше в комнату. Мне нужно подложить аккуратно вот эту змею, чтобы Маша не проснулась. Еще мне надо взять ее телефон и поставить скрытую камеру, чтобы вы могли все видеть. Пошли. Маш, встала? Ага. Ну давай быстрее, уже завтрак стынет. Маш, ну давай быстрее, завтрак стынет. Да сейчас постель заправлю и крикнет. А я буду смеяться, ты меня пошила. Да, я иди, покажи. Это я. Поверила. Иди со своей змеей. Ну как вам? 1-0 в мою пользу. Ха-ха-ха-ха. Сейчас она пойдет умываться, чистить зубы. А я... Смотрите, что... Это очень-очень страшная штучка. Подложу ее в унитаз. И еще я поставлю туда телефон, чтобы вы все видели. Пошли. Так, теперь берем маску. Только Ютуб не валит. Я сделаю следующий пранк, она сразу поймет, что это был пранк. Так что я
Пусть она покушает, пообедает, и мы обманем Машу, что мы уезжаем. Мама, папа и я. На самом деле мы останемся. Я переоденусь в черный костюм и буду ее пугать. Но я этот пранк посмотрела в ТикТоке. Hello? Hello? Я уже не могу пойти в таком видео в Машу комнату, поставить телефон так, что пойдет мама. Скажу Маше, что мы уезжаем, и поставлю незаметно телефон. Поставлю телефон, у нас тут ваза такая. Мы, короче, поехали? Куда? Сейчас соберемся, поедем в магазин. Я слышу, что мама одна. Ага. Она же замирает, и все. Ладно. Маш, ну мы поехали, все. Ага, давай. Я уже переоделась, у меня осталась последняя игрушка. Это подушка-пердушка. Наверное, вы такое знаете. Сейчас я вам ее покажу. Смотрите. Ставим ее сюда. Маша сейчас сидит в своей комнате, играет в Roblox. Сейчас я пойду к Маше в комнате и скажу, подложу вот сюда вот подушку. Скажу, ой, что-то как живот болит. И потом пойду в туалет. Так, все, я поставила камеру, засунула подушку-пердушку в тело. И сейчас идем к Маше в комнату. Маша, что ты делаешь? Ты мультикашу. Если мы наберем 10 тысяч лайков, я вам сниму вторую часть. Всем пока-пока!